солнце. Злодей какой, а? Прибежала, только что сидела. Прибежала ко мне, надо же. А я думал, ты дикая белка. А я думал, ты дикая. А ты своя. Вон, я утром пришел, а уже здесь куча белок было. Я к тому, что снег-то всю ночь шел. А сколько всего валяется. Во сколько они приходят, я не знаю, белки. Солнышко. Ух. Куница в парке бегает. Я в шоке. Не, если бы она бегала где-нибудь далеко бы, я бы даже не переживал бы. Так она живет рядом с кормушками. Это что такое вообще? Белка, не слушай, это ерунда все. Белочка, а ты что за белка такая? Почему я тебя не знаю? Ты что за белка такая? Хорошенькая. Но это, конечно же, не копия. Какая это копия? Это не копия? Ты же не копия? Ты же не копия. Или копия? Да ладно. Какая ты? Злодейка. Но ты не копия, ты чего? Нет, конечно же. Не, похоже, конечно, по расцветке похоже. По мордочке нет. По мордочке. По поведению похоже, да. Копия себе видео. Да ладно. Но ты же не копия, согласись. Да? Злодейка. Прибежала ко мне. Она сидела на деревянной кормушке. Да нет, это не копия. У копии мордочка такая вытянутая. А это неизвестная белка какая-то. Да? Ну, гладится дает. Хорошо меня знает. Странно. Но ты же не копия, да? Согласись. Какая, я копия? Я, говорит, оригинал. Самый оригинальный. Куница. Откуда тут куница? В центре Москвы. Я удивляюсь. Не, парк-то здоровый, конечно. А там еще... И заказники природные тут есть. Тут фонари меняют. Вон они стоят. Злодеи какие. Они сколько уже здесь меняют? Подожди-ка. Вот. Ну ты же не копия, согласись. Да? Мне тут белкам стало опасно. Куница, она же как раз на белок охотится. Не, я к тому, что этот зверь, это не ласка. Я думал, это, не, ну ласка, она маленькая совсем, она меньше белки. Тоже опасная, но она маленькая. А это в два раза больше белки. Сама темная, а пузико белое. Ну, я плохо рассмотрел, она против этого. На белом фоне, короче, неудобно было ее рассматривать. Я снял видео, конечно, но это жесть какая-то вообще. Если это куница. Куница, но это не соболь же это. Откуда тут соболь вообще? Соболи, они, по-моему, у них пузико не белые, по-моему. Одного цвета они. Хотя я тут не в курсе, если честно. Но в это время здесь белки должны быть, а тут их нету. Ну, естественно, если хищник поселился здесь, такой опасный, который в дупло может залезть легко, то тут нечего делать белкам.
Единственное, что радует, это то, что вороны не подводят. Они прям вели эту куницу очень издалека. Я издалека услышал. Но я думал, это сова там летает, и вороны сову ведут. А нет, это куница. Ну, я думаю, это куница. Короче, хищник. Но вороны все улетели, она в дупло залезла сейчас. Я проследил до дупла ее, куницу эту. Она залезла в дупло, и вороны все разлетелись, и куница может теперь гулять свободно. Вот не хватало тут этой зверюги, а. Да? Ты же не копия, правильно? Ну ты не копия. Копия у нее мордочка подлиннее немножко, она такая хитрая. Хитрый взгляд у ней, наверное. Ну, а так похоже на копию. По расцветке прям копия. По поведению тоже копия, да? Я говорю, копия по поведению. Вот там еще одна белочка появилась. Вон она, он там бегает по снегу. А я, говорит, бегаю по снегу, да, вот такая. Почему она не к кормушке идет? Кормушка вон там, кстати. Сюда, говорит, иду, да. Это же не ушастый. Ты же не ушастый, правильно? Ну-ка, слезь на 5 секунд. Слезь. Тебе орешек дать, да? Да, говорит, давай орешек, говорит. А тебе кедровое, да? А мне, говорит, кедровое, да, давай сюда. Копия побольше, по-моему. Побольше этой белочки. Но это какая-то странная белка. Может, это оригинал? Оригинал тоже мордочка вытянутая. Это какая-то непонятная белка. Я к тому, что непонятно, потому что она меня отлично знает, дает гладиться и вообще все дела. А эта белка все бегает с орехом. Она вон там уже далеко убежала. Все никак не может спрятать. Тут, кстати, наст образовался. А это кто такой здесь? А это кто такой? А белка бежит за вторым орехом. А я, говорит, бегу за вторым орехом. Давай сюда, говорит. А я, говорит, сама возьму. Не отвлекайся. А я, говорит, тоже перекушу. А это убежала. Это убежала рыжая. А это там что-то копается все. Я, говорит, копаюсь. Чего-то ищу там. Надо было поближе подойти бы. Тут машина подъехала прям в упор, фактически. Вот это вот такая вот. Такая вот. С люлькой. Белочки, а? Злодейки.
вес хороший у белки. И у той белки прошлой был хороший, хороший вес. У этой хороший вес, энергии полно. Единственное, у меня где-то куница это напрягает. Злодейская. А это кто такой там бегает? А это кто такой? Ты кто такой? Это же не ушастый? Да ладно. Ты же не ушастый? Нет, не ушастый. Очень похож. Ушастый вроде потолще был. Не, ну так-то похож, конечно. Снежок ест. А я, говорит, снежок. Ёба. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Подожди. Подожди, говорит. Подожди, ты же... Подожди. Ну-ка слезь. Ну-ка слезь на 5 секунд. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Орешку положу сюда. Надеюсь, найдет. Красотуля. Недовольна, да. Ягод недовольная. Бежал. Но он, наверное, к сумке не вернется уже. К рюкзаку. Не, надо выяснить. Сейчас. Солнце. Сижу, говорит. Ладно, закончу я на этом видео. А то что-то длинное получается. И там нет орешков, и здесь нет орешков. А где же они есть? Иди сюда! Вот злодейка какая, а. А это сюда бежит копаться. Ну все. Я на этом заканчиваю, наверное. Вот она прибежала сюда, белка. Залезла, надо же. Белка сейчас нашла под снегом орех вот эту. Вот эта белка. Там под слоем сантиметров 10. Нашла, надо же. Ну все, заканчиваю. А то длинное видео получается.